Всем привет! Сегодня у меня перед началом этого ролика есть важная информация. Сейчас этот дед вздохнет, и я расскажу. Короче, сегодня вышло видео. Это удивительно, да? Но дело в том, что этот небольшой кусочек должен был выйти с вчерашним видео вместе. То есть должно получиться было большое видео. Но так сошли звезды, что вчера вырубили мне свет. Прям во время записи так рубанули, что, короче, не все записалось. А именно вот эта концовка. Естественно, чтобы дозаписать эту концовку, мне пришлось переигрывать с последнего сохранения, которое было довольно далеко. В общем, хватит болтать. Сейчас будут 10 минут кайфа. Реально кайфа. Наслаждайся. А я умолкаю. Начинаем вот с этого места. Камень Шика принят. Запуск передачи руны. Оу-е! Три форсаж ноль! Теперь у нас есть настоящий железный конь! Данная руна вызывает Трифорсаж 0. Поместите в бак материалы, чтобы преобразовать их в топливо. Этот артефакт можно вызвать когда угодно. Отныне ты владеешь артефактом, что мастера древности изготовили для избранного героя. Герой Хайрула. Да пребудет с тобой благословение богини Хайлии. О? А? Это ты? Клюв не дам, но ты очень изменился. Возмужал. Выглядишь как-то даже торжественно. Ты многого добился. Позволь спеть тебе одну песню. Мне кажется, она как нельзя лучше подходит к этому моменту. Я тебе, наверное, все уши прожужжал про неоконченную песню своего учителя. Но знаешь что? Я собрал все недостающие куплеты. И исполнить эту особенную песню я хочу именно здесь, на этом плато. В ней поется о том, что произошло в замке Хайрул 100 лет назад. Да-да, в том замке, что виден нам даже отсюда. Итак, представь себе церемонию посвящения войны. Я приступаю. Баллада о войнах. Бойцы, благодарю, что откликнулись на зов о помощи и не побоялись подвергнуть опасности свою жизнь. Отныне вы воины Хайрула.
облачились в лазурные одежды. С незапамятных времен уже в течение многих поколений лазурь является символом королевского рода. Ваши одежды собственноручно сделала моя дочь, наследница престола Зельда. Зельда, я повелеваю тебе выполнить долг принцессы Хайрула. Стань во главе воинов, веди их за собой и защити наше королевство от бедствия Ганона. Все эти церемонии мне не по душе. Так это и есть камень Шика? По всей вероятности, у него множество различных функций. Но мы еще не изучили его как следует. Принцесса показывала мне его в деле. Он создает изображение, как в жизни. Чудеса! Вот бы посмотреть. Принцесса, можно вас кое о чем попросить? Отлично. Давайте здесь. Так, все смотрим на камень Шика. Дарук, тебя не видно. Не мог бы пригнуться? Принцесса, вы такая серьезная. Улыбнитесь. Ривали, встань поближе. Да, да. Мифа, не будь такой зажатой. Дыши глубже. Да. Так, готово. Не моргаем. Улыбочку. И щелк! После той церемонии они навсегда вошли в историю как воины. Учитель всегда говорил: «Кас, твоя песня должна переносить слушающего в другой мир, в другое время». Лишь теперь я понимаю, что он имел в виду. О, музыка, великая сила. Кстати, я нашел кое-что необычное в записях учителя. Мне кажется, правильным отдать это именно тебе. Твоя храбрость всегда напоминает мне о воинах, о их самоотверженной доблести. Фотография с воинами. Фотография, на которой запечатлена Зельда с 5 воинами сразу после церемонии посвящения в замке Хайрул. Подарок Каса за балладу о воинах. Души воинов, да оградят Хайрул от зла. Линк! 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 Я видела, как ты мужественно преодолел все испытания на своем опасном пути. Я верю, теперь ты можешь. Ты можешь одолеть Ганона. Я верю в тебя, герой. Верю.